Всем доброе утро! На телеканале ОТВ «Главное утро Челябинской области». С вами в среду 6 мая Мураджан Нарине. Хоть в Челябинске погода дождливая, но утро все равно должно быть пробуждением легким, насыщенным и веселым. А веселое настроение и улыбку я готова вам дарить каждое утро. К сожалению, сегодняшний эфир для меня длится очень коротко, поэтому я вам желаю продуктивного дня. Если вы хотите, чтобы я с вами была каждое утро, то голосуйте ВКонтакте в группе «Наше утро» на ОТВ простым лайком под видеозаписью. До скорых встреч!